Выбор выпускной прически является волнительным событием, как и при выборе платья. На первый взгляд кажется это сложным, но это не так. Есть множество вариантов укладок, стильных укладок, которые любая девушка может сделать, выполнить дома. Хочу показать вам вариант укладки на длинные волосы, который будет включать в себя элемент плетения и локоны. Предварительно перед укладкой мы помыли голову, нанесли кондиционер на концы волос. Обязательно нужно обработать волосы термозащитой, чтобы не повредить волосы. В корневой зоне мы обработали гофре для придания волосам прикорневого подвижного объема. И на виске заплели вот такую вот симпатичную косичку для того, чтобы приоткрыть лицо. Начала я крутить с челки, направляя локоны от лица. Пряди можно выбирать в произвольном порядке. Для того, чтобы не обязательно разделять их на проборы, для того, чтобы в процессе носки они не разделялись. Когда мы накрутили все волосы, они у нас успели остыть. Теперь мы будем разбирать локоны. Локоны я буду разбирать руками и затем фиксировать лаком. Лак я выбираю средней фиксации для того, чтобы локоны оставались подвижными. Завершена. Такая укладка подойдет, как я уже сказала, для выпускных вечеров, для торжественных мероприятий, так и для похода в кино. Ну, если в повседневной жизни вы тоже хотите выглядеть красиво. Для завершения образа наш визажист нанесет макияж. Предварительно мы окрасили брови хной. Если девушка не любит яркие брови, желательно это делать заранее, потому что они могут показаться чуть ярче, чем вы желаете. I live my day at